Нифига себе корабль какой. Это ж целый крейсер. Всем привет, дорогие друзья мои, подруги. С вами, как всегда, Алекс. А это Everspace 2. Вот такая вот игрушка. Какая, не скажу. Давайте вместе посмотрим. Посмотрим это... Демонстрационная версия, потому что полной у меня нет, к сожалению. А возможно и к счастью, я хочу посмотреть, показать тебе. Это сложность. Это сложность. Вот, возможно, ключик дадут. Я точно не знаю, если дадут, тогда мы продолжим. С тобой интересно, просто космические игры не так часто бывают вообще на канале. И хотелось бы посмотреть на то, что это такое. Вот, игра уже вышла, к сожалению, вот, потому что демо-версию еще давали до релиза, как бы, а я не успел. Ну, графика в космосе всегда, всегда красивая. Опа, песочек такой, песочек. Пошел. Шум. Там база в метеорите. В метеорите там база. Довольно классно. Очень редко бывают космические игры в нынешнее время. А уж тем более вот такие вот. Держать строй шахтером? Нифига себе, мы что, копать будем что-то? Слушай, ну классно, классно. Графика на эпическом стоит, конечно же. Все на эпическом. Во! Нифига себе, это я? А стрелять я не могу. Пока не... Опа, я полетел. Гибкий истребитель, я полетел. Вот черт. Адам, что там? Так, я вижу тебя. Это горнодобывающее судно. Я вообще стрелять, наверное, не могу. Так, что мне починить надо? Just a few adjustments and as good as new. Thanks, Ben. I'm nearly out of nanobots. Кстати, очень классно, что... Don't tell me you want to run another mobility check. Бен, тебя починить или что сделать? Ой, Бен, извини. All right, knock yourself out. First, show me two healthy strikes. Вот эта невесомость чувствуется. Влево и вправо. Вот боковое. Это обучение. Это обучение. Так, я отличу от тебя. Подняться с помощью парения. Вот. Парение. Ну, слушай, у меня уже голова кружится прямо. Это действительно космос, космос. Спуститься с помощью парения. Спустился. Так, хорошо, хорошо. Я понял. Давай включим двигатель. Куда-то подлетим. Это ты? Нет, это не он. Крен вправо. EQ. А, вот. Крен есть, нифига себе. Хотел сказать, хрен есть, но есть крен. Ой. Не, действительно, ощущается по ощущениям, я вам точно скажу. Вот форсаж, shift. Нифига себе, ощущается так, как будто бы ты в космосе. Полная невесомость. Нету ни верха, ни низа, вот не ощущается. Ни верх, ни низ, ничего-нибудь другое. Вот если объект увидишь, вот можно подлететь к нему. А так обычно все стоит, просто стоит на месте, и ты как бы летишь. Так, нажмите для форсажа, удерживая F. Вот это форсаж. Я надеюсь, я догоняю. Ух, я догнал. Ух ты, ёлы-палы, форсаж очень быстро. Какой там расклад? Так, вход блокирует колония. Это колония? Слушай, я бы на самом деле поиграл бы. Я иногда в такие игры играю, в которые ты даже не представляешь. Искоренить заражение. Я стрелять могу.
Ну, наверное, не вот сюда надо. Так, здесь заражение. Блин, как классно он стреляет, смотри. Ну, правда, одно дело, в космосе нету звука вообще. Вообще нет звука. Мне что, надо туда залететь теперь? Блин, я полетел. Я хочу сюда залететь, я не знаю. Попасть в шахту, а мне и надо сюда попасть. Так, аккуратно. Аккуратно. Вот, крен. Крен делаем, все, залетаем. Офигеть! Так, ну чё ж, если... Офигеть, как красиво-то! Я пытаюсь не столкнуться ни с чем. Вот, на самом деле, это очень... Очень проблематично здесь. Потому что, я же говорю, в игре невесомость, она просто чувствуется. Опа, стоямба. Блин, как красиво. Ты помнишь, игра такая была, Unreal Tournament, вот Unreal, просто даже Unreal игрушка была. И там вот как раз эти графические ядра ввели. Типа 3DFX, GeForce первые, я не знаю, были тогда или нет, просто первые GeForce. И тогда было освещение, ну, конечно, не такое, как здесь, но наподобие отражения были. Отражения были на стенках и везде, и это казалось тогда просто космически, просто космически. Вот сейчас я просто, ну, на эпической графике, и мне это кажется тоже. Подобрать, я подобрал что-то. Биомасса. Так, а здесь мне надо сделать вот так, чтобы вылететь. Ой, я влетел куда-то в метеорит. Интересно, интересно. Офигеть, интересная игра на самом деле. Спасибо, конечно, что давали демо-версию заранее до релиза, когда ни у кого не было ее, но у меня не было времени, так сказать, записать, сделать ролик, посмотреть, поиграть, пощупать. А сейчас демо-версия, вот, пожалуйста. Бери, не хочу. Так, что-то мне надо подбирать здесь, да? Это биомасса. Нет, это кристаллы здесь. Здесь я подобрал кристалл. Хорошо, а здесь что? Обломки. Осмотреть я могу, нифига себе. Хранилище. Так, я осмотрел хранилище, понял. Блин, да тут лутаться можно, эта игра вообще офигеть. Ну, освещение, конечно, классное. Я не посмотрел, кстати, все на эпическом стоит. Но есть ли тут трассировка лучей? Пока непонятно, если честно. Есть она или нет? Так, Бен, подожди. А что такое C значит? Кредиты. Мне кредиты, в принципе, всегда такие нужны. Ну, было бы неплохо. Это кристалл здесь, да? Нет, это обломки. Осмотреть. Алкоголь. Нифига себе, я нашел в обломках. Так, хорошо, здесь галочка где-то что-то. Ну, вот сюда мне надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это что? Ой, у меня ракеты есть. Это что за дрон был? Это дружеский, вражеский? Я так полагаю, это вражеский был. Но это обучение. Это показывает, что ты здесь делаешь. Типа, а что ты здесь делаешь в этой игре-то? На самом деле, так, можно вот так вот лететь. Раз. Чтоб не врезаться. Ну? А, взломать надо, удерживать, так. Жди здесь, нифига себе, взломал дверь.
Я думаю, корабль усовершенствовать можно на самом деле, менять оружие, пушки и все в таком духе. Не знаю, включать форсаж здесь, не включать. И куда, что делать? Бен! Бен там, я оттуда прилетел. Насколько я... Вот видишь, непонятно. Откуда? Куда? Зачем? Почему? Это норка какая-то здесь или что это такое? Куда идти? Куда деваться? Куда податься? Офигеть! Обыскать ядро. Так а я что делаю? Я просто не знаю, где низ. Опа. Где верх? А это что такое? Обыскать ядро. Ну, я пытаюсь обыскать. Но пока не понимаю на предмет чего и что я ищу здесь. Если честно. Вот, где верх, где низ, непонятно. Вот там что-то есть, смотри. Точно. Спасательный отряд. Я нашел спасательный отряд. И где я уже не знаю. Нихера себе спасательный. Но спас отряда не прислали. Интересно. Так, ладно. Вот здесь были военные. Так, это мои кораблики прилетели. Кристаллы сами себя не добудут. Мне кристаллы добывать надо. И как добывать их? Я не сильно хотел бы тут шахтером быть. Установить ЕМ-пушку. О, тап. ЕМ-пушка, нифига себе. Кинетический урон в секунду, энергетический урон в секунду. Дальность 2000 метров. R, установить. Keep an eye on the miners. Так, следи за шахтерами. Попали в чужие руки кристаллы, не попадут, не волнуйся. Где вот шахтеры? Все шахтеры здесь, чего-то. Все нормально. Подальше от стен. А я что, близко к стенам? Что-то трясется. Нихера себе, да это ж бур. Время отработать зарплату, я понял. Так, мне поближе подлететь надо. Так, чтобы захватить цели СКМ, я не знаю, что такое. Я вот так по старинке могу. Ну ты шустрый какой, а? Я вниз ничего не хочу лететь туда. Он вылетит, я... О, блин, ай-я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 й. Я хочу сюда вылететь, вот он. Да у него уже лоу хп там осталось.
Там еще летают ребята. Держи. Все, все живы. Я разобрался. Ну, конечно, в невесомости это вообще все по-другому. Так, у меня на 5 наноботы. Большой набор. А что он делает? Наноботами нажмите 5. Нажимаю. А, ХП восстанавливают. Взорвать головку бура. Так, давай. Давай, это будет очень интересно. Наноботами я подлечу. Ха! Что здесь взрывать-то? Патрульно, а мне что, в бур лететь теперь? Нифига себе, я в буре. Патрульные, говорит, не зря свой хлеб едят. Очень аккуратно, я не хочу нигде в стеночку врезаться. Сбежать с астероида. А, я сбежал с астероида. Все, бур здесь был. Так, а что здесь происходит? А здесь происходит, что это Everspace 2. Демка. А вон такая вот демка, я надеюсь, это вся демка. Сразиться с нападающим, это не вся демка. Еще сразиться с нападающим. Так я стреляю по... О, погнали. Фига себе, ты шустрый, чувак. Нет, слышишь? Готов. Ускоряюсь. Ускоряюсь. Так, где-то здесь. Подбил. Подбил, вот. Подбил. Готов. Блин, да тут их много. А чё вы все на меня летите? Мне надо захватить какую-то цель. Ну, пока не сильно попали. Ну, конечно, минус. Приловчиться надо. Минус. Ёлы-палы. Они стараются попасть по мне. Это же не на легкой сложности я играю. Минус. Так, вот здесь вот с краю где-то один. Слушай, а что это за говно большое? Плохо, что у меня ракет нет. А, я уже стрелять плохо могу. У меня пушки перегрелись или чё? Минус. Вот еще один. Блин. Готово. Так, ну это их до хера еще, конечно. Вон летает кусок говна. Так. Больших больше нету, а то я увидел большой. Так, где ж ты, ёб твою? Да, я отлечу. Да, я на ускорителе. Блин. Чего, Мавей, у меня все нормально. У меня все в шоколаде. Лазер только перегревается у меня. Вот видишь, он сразу вверх и вниз идет. А мне можно вот так уйти. Вообще уйти подальше можно, да? Допустим, вот так вот, чтобы видеть больше картину. Ого, картина.
Картина так себе, конечно. Их дохерища там. А чё А? У меня все жизни. Я почти не поврежден. Я очень аккуратно играю. Кто А? Бен, ты в порядке? Или это Бен А? Ну, если Бен... А вот не надо было к Бену лететь. Потому что это, видишь, какая-то она с напряжением, с каким-то фиолетом, какая-то херня, блин, которая она сейчас телепортнет куда-то. На рабочий стол, наверное. Это база! Офигеть! Туда, быстро! Да, на анимации... Короче, не хватило, что ли? Ну, хотя, может, стилизация такая. Так, местные ни черта не умеют, мы сидим вокруг нас, силовое поле, это понятно, конечно. Я знаю много, только рассказываю мало. Понятно. Короче, нас заперли куда-то в камеру, там где силовое поле. И мы сбежали отсюда. Нифига себе, корабль какой. Это целый крейсер. А мы не сбежали, нас освобождают, получается. Да не, вот же я. Сваливаю отсюда. Колониальный флот. Поодиночке мы не выживем. Готовьтесь прыгать. Двигатели не пашут. Офигеть. Может, здесь еще и планеты застраивать можно? Было бы неплохо. Было бы неплохо. Игра мне очень нравится. Полет вслепую теперь есть. Не крутись, пожалуйста, так. Нахера ты крутишься? Ладно, крутись, ну тебя нахер. Полет вслепую, куда вслепую? Сюда, что ли, вслепую полет? Слушай, а вон крейсер. Блин, а здесь пушки еще. Нихера себе, что вы охраняете-то? Наведёшься на нее, не? Лазер перегревается, я не могу стрелять. Вот это меня возмущает. Отключить. Так, мне надо прерыватели отключить, получается. Еще два прерывателя, понял. Так, ну этот явно где-то за метеоритом. Я тоже не очень себя чувствую, но что сделаешь? Прерыватели сами себя не отключат, правильно? Ах ты говнюк, а как ты здесь? Что ты здесь делаешь? Напарник, конечно, мой никуда не стреляет, ничего. По три пушки понаставляли здесь, слышишь? Думает, что я прерыватель не отключу. Отключаем. Еще один. Еще один прерыватель надо отключить. А, я не могу форсаж. Обнаружены враги. Я форсаж не могу полностью включить. Identified
Так, я отключил. Я, по-моему, отключил все. Чтобы покинуть область, удерживайте F. Так, я же хотел... А чё, с врагами я не могу покинуть область? Пусть со мной тоже покидают. А, удерживайте С. Нифига себе, то F, то С. Я покинул область. Я покинул области! Полет слепую идет нормально. Я просто переместился во времени в космосе. Это действительно красивое. Космическая игра. Вы будете набирать, сбрасывать скорость. Нажмите и включите автопилот. Нацельтесь на пункт и включите автопилот. Берите, я перешел. Во, ну круто. Круто, красиво, офигенно. Мне очень нравится. И тем более я всегда могу отключить автопилот, я так полагаю, и где-то здесь в космосе полетать. Но космос, он бесконечный фактически, поэтому летать мне придется долго здесь. Я вот по автопилоту. Световых лет в секунду осталось. Нифига себе, я быстро лечу. Представляешь? Родия 2. Родия 2. Я почти. Приближаюсь. Прямо в Родию давай залетим. Получится. Ну, почти. Почти. Почти вышло прямо в Родию залететь. Давно я тут не был. Моя хибарка не совсем развалилась. Чё, Родия 2 планета? Это его хибарка. Опа. Опа, это его хибарочка. Мы в хибарочку прилетели на планету Родия. Hey, buddy, we're here. Oh, man, you look bad. Так, ну мы приехали, раненые. Все, я думаю, заставочку эту можно пропустить, конечно. Очень интересная игра. Вот, задание выполнено, полет слепую. И на этом, ребята, на этом у нас будет все. Вот, устройство. Далее, далее, далее. Нам, вы получили первое устройство. Мы получили устройство. Вы представляете, Эми пушку получили и много чего еще. А самое большее получили, наверное, удовольствие. Ребята, с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.